Ребята от ТАСС, у меня паника. Смотрите, я только что заехала на Танкштелле, на заправку, и заправила 5 литров на 9 евро 23 цента. Когда я приехала на заправку, у меня стояло 5 километров. Я заправилась, и у меня опять стоит 5 километров. И я выехала с заправки, не обратив на это внимания, когда километра 2 отъехала, я вижу 5 километров. Я приехала в Кауфленд. Это примерно 1,5 километра от заправки. Но не могла же я 5 литров измотать на 1,5 километра. В общем, я не понимаю, в чем дело. Я хочу сейчас снова туда съездить. Но это настолько для меня сейчас какой-то шок. Так бывает вообще? Или как это вообще возможно? Здесь минимум должно было показаться. Вот кто видит, да, вот здесь вот. Вот, 5 километров у меня показывается, да, насколько мне хватает еще до заправки проехать. Но минимум 20 километров здесь должно было еще показаться, потому что, ну, мало машина жрет. В общем, я в шоке, сейчас бы на этих 5 доехать назад. В общем, ребят, на этой заправке это все происходит. Сейчас я спросила девочку, которая здесь работает, как это вообще возможно. Она говорит, у вас, скорее всего, сломался значок на машине. Я сейчас попробую заправить машину в другом месте и проверить свой значок. Конечно же, если я доеду до этого другого места. Вот, сейчас, в общем, 4 километра показывает. Это прям какое-то расследование, знаете, у меня там сумасшедшие девочки Вики. Так, я приехала на другую заправку. Здесь, значит, супер, тот, который мне нужен, стоит, ага, на 2 цента дешевле, у Евро-81. Ребята, я сходила, оплатила, и сейчас, та-дам, самый интересный момент. Что же нам покажет? И опять нам показывает 4. Объясните мне, что происходит. Я заправила 10 литров. Один раз 5, и второй раз 5. Я по-прежнему не могу проехать больше 4 километров теперь уже. Что-то тахометр поломался. С АТУ рядом, пойду в АТУ зайду. Или у меня уже совсем крыша едет на старости лет. О, 3 километра даже. Это что, прикол какой-то или что? Что происходит, блин, это какой-то трэш. Сейчас я поеду заправлюсь. Сколько у меня бак? 40 литров. Ребята, за мной следят. Крыша едет или что? Я вообще не... Ну, смотрите, я только что заправилась, я вышла с заправки, вот я вам показывала, было 4 километра. Сейчас мне показывает 3. Но по логике, если он показывает меньше, значит он работает. Как, блин, так вообще происходит? Шерлок Холмс. Ребята, это будет самый веселый влог, наверное, сумасшедшая хрупкая. Особенно мужчины сейчас сидят, наверное, которые в этом что-то соображают и ржут дико над вот этой, рыжей не до блондинки. Или вот прям настоящей блондинки. Я не знаю, у меня прям страх. Я слила 10 литров, и я до дома-то не доеду. 3 километра осталось. Ничего. Ребят, я правда вот сейчас сижу и... Я дура или... Я-то дура однозначно. В чем-то. Блин, что делать? Да ладно. Но он не мог сломаться, он же вниз показывает. Сейчас к этим, что ли, идти и спрашивать? А что, почему нет? Пойду спрошу. В общем, ребят, я сходила, здесь мне сказали все то же самое. На тахометре 3 километра мне осталось ехать. В машине 10 литров должно быть. Что делать? Я не знаю. Может быть, я не права, пишите комментарии. Я сейчас, конечно, пойду заправлюсь, но все-таки вот эта интуиция мне подсказывает, что меня все-таки накололи. Не знаю, ну как это так? А вы пробовали на 5 литров заправлять машину? Ну что, ребята, заправка номер 3. Приколы ради, опять заправлюсь на 10 литров. Вернее, на 5 литров, на 10 евро, я не знаю. Это прикол года у меня. Вот, сейчас вы видели, да, 3 показывается. Сейчас посмотрим. Супер. Попытка номер 50.
зачем вот оно мне все это надо? Блин, я даже не знаю. Накололи, накололи. Я просто хочу сразу проверить, покажется что-то или нет. Конечно, кто-нибудь там выбежит, скажет, что я ворую бензин. Ну-ка. 280. Теперь объясните мне, пожалуйста. Такое случалось. Мне кажется, сегодня какой-то не мой день. В общем, позвонила Леону, он сейчас принесет пакет. Лишь бы дождь не начался. Я не знаю, это лидловские пакеты, короче, вообще говно какое-то. Вот, ребятушки. Вот так прошел мой день. Просто отлично, просто замечательно. Даже не пятница 13 сегодня, а так просто понедельник. О, понедельник, день тяжелый. Тоже, в принципе, подходит, да. В общем, когда со мной что-то случается, пока Леону жду, вам наболтаю. У меня всегда есть несколько номеров телефонов, которым я могу позвонить. Я точно знаю, что один из них, один из номеров окажет мне помощь. Вот, таких людей очень мало. Их реально можно по пальцам сосчитать. Но я знаю точно, что эти люди ради меня... Ну, это громко сказано. Конечно, по каким-то мелочам я уже говорила, что я не прошу помощи. Но если что-то вот такое прям, то прежде чем у меня начинается паника, я начинаю звонить Вове. Ребята, ржу сама вот над собой. Правда, вот реально у меня в жизни есть 5 человек, наверное, которым я могу позвонить хоть днем, хоть ночью. И они мне помогут. Но это реально должно быть что-то такое, прям вот такое, прям случится, чтобы я позвонила. Вот как сегодня, допустим, я еду, и мне до дома 3 километра. У меня сразу так. Этот человек на работе, этот человек на работе, этот человек может мне помочь. Я звоню. Ну и вот такие вот какие-то у меня есть связи. Просто так я не прошу, но если что-то случится, я знаю, что эти люди мне помогут обязательно. И я, в свою очередь, точно так же, хоть днем, хоть ночью, если вдруг что, я сорвусь и побегу помогать. В общем, держу камеру, чтобы ветер не дул в камеру. Вот, ребятки. Так что, ну, помогать друг другу всегда надо, потому что не знаешь, когда у тебя что-то случится, если ты никому не будешь помогать, то у тебя людей не будет, которые будут тебе помогать. Масло масляное. Вы меня поняли. А вообще, позвонила я одному человечку сегодня, когда у меня всего 3 километра бензин показывал, и он мне напомнил: Викочка, у тебя же есть АДАЦ-карта. И без разницы, что с тобой случится на дороге, мы платим страховочку, и тебя заберут с любого места, с любой точечки Германии. Поэтому не переживай, едь спокойно, куда тебе надо. Но это так успокоило, и все. И все нормально. О, кстати, смотрите. Он идет. Идет мой Леон Иванович, спаситель. Видите, я ему позвонила, попросила о помощи. И вот он идет уже здесь, мой сладкий. С кем-то там разговаривает. Привет! Красавчик. Трудно тебе. Ребят, я вам не показала. Сейчас тут пакет, короче, который порвался. Из него все вытаскиваю и перекладываю в этот. А Леон подходит и говорит: ты что делаешь? Можно же просто этот пакет поставить в этот пакет. Гимназиум. В общем, я ему всегда говорю: яйцо курицу не учи, да? Часто, да? Похоже, все не актуально больше эта поговорка. Учит, учит яйцо курицу. Приветик. Мы с Леоном поехали куда? В парикмахерскую. Мне бы тоже подстричься. Ну ладно, у меня сегодня просто уже нет сил. Вообще. С Леоном только сходим. Сейчас посмотрим, если место будет, Левку подстригут. Если нет, то нет. Сегодня какой-то мамин вечер. Мы сходили, подстриглись, зашли в Тедди.
Вот Лёвка себе купил тролли Динек, Динарек и Бубалигум. Или Бубалигам. Мы оба уставшие, замученные. Сейчас будем кушать. Что-то я вообще КО, сил нету. Там стоит Айран. Лёв, принеси Айран, пожалуйста. Виточку. Побью Айрана, может, легче станет. У нас жара какая-то и духота какая-то. Не знаю, что вообще. Благо у меня завтра, послезавтра выходные. Должна восстановиться, и все будет хорошо. Так я устала. Нихтмекерен, да, Леон? Нихтмекерен. Вот Айран, кстати. Кто из вас любит Айран? Вот я его так не очень, как бы, пуром пить, а с юбкой, с кебабом. Ну, если выбирать между всякими там колами, дофантами, то Айран — это самое оно. Заказали мы тарелочку с Леоном. Одну на двоих, но она реально огромная, на одного человека. По прайсу 9,50. Раньше это или 6,50, потом 7,50, потом 8, сейчас вообще 10,50. Что-то забыл? Поближе, да? Тут, в общем, помос, сыр, соус, помидорчики, салатик. Все, приятного нам аппетита. Ты помнишь, где мы припарковались? О! Ну, с Лёвкой круто ходить. Он всегда все помнит. Еще молодой, память хорошая. Да, Лёв? Красавчик мой. Все, ребят, погуляли мы немножко. Ну, по делам, можно сказать, подстриглись, перекусили, по магазинчикам прошлись. Так не открывается, ключами надо, да? Я уже все просто не соображаю, что происходит.